Аккорд ACC-B021 – ультрабюджетный корпус формата мини-тауэр с отсеками для оптических приводов и классическим расположением блока питания. У нас на распаковке корпус в черном цвете, в комплектации без блока питания. Внешние размеры корпуса 38 на 36 на 19 см. Вес – менее 3 кг. Данная модель имеет пластиковую лицевую панель, на которой присутствуют два отсека для оптических приводов и два отсека типа размера 3,5 дюйма. Рядом с ними пара USB-портов стандарта 2.0, аудиовыход и аудиовход, кнопка перезагрузки, а в середине панели крупная серая кнопка для включения компьютера. Шасси и другие элементы корпуса выполнены из стали толщиной 0,5 мм. Обе боковые стенки съемные, они фиксируются двумя винтами под крестовую отвертку. Левая боковая панель оснащена вентиляционными отверстиями и посадочным местом для установки дополнительного вентилятора типа размера 120 мм. Такого же типа вентилятор можно установить спереди, а на заднюю панель ставится лишь 80 или 92-мм кулер. Обратите внимание на место установки блока питания. Оно находится сверху, а не снизу, как у более современных моделей. Внутри корпуса предусмотрено посадочное место для одного жесткого диска форм-фактора 3,5 дюйма и одного накопителя на 2,5 дюйма. Так как формат корпуса мини-тауэр, то количество слотов расширения ограничено 4, а максимальный размер материнской платы форматом micro-ATX. Под конец отметим, что на поддоне для материнской платы в районе процессора имеется большое окно для более удобного доступа к бэкплейту сокета. Максимальная высота процессорного кулера ограничена 16 сантиметрами, а длина видеокарты 30 сантиметрами.